хочу вам сказать, что душа каждого нашего человека, каждого гражданина нуждается в вашей работе. Не только ваша душа настроена на такое творчество, а душа любого человека настроена на творчество. Вот только что один из лауреатов сказал по поводу неброскости работы. Ну, конечно, у трубача, наверное, гораздо более яркая внешняя творческая работа, чем у художника-аниматора. Вот мы с Бутманом играем в хоккей иногда, все говорим, он, и, как он говорит, дудку приносит, то есть нам еще играет в ходе наших спортивных мероприятий на саксофоне. Вы знаете, это может быть для вас она неброская, а для нас очень яркая. Вот правильно же вот только что было сказано. Поколения воспитываются на, вот, на, скажем, на анимации, но не только на анимации, и на литографиях, на этих. Вот мы же ведь с вами как, книжку берем в руки? Так, по-честному признаемся, по-честному. Конечно, важно содержание, важно, что там внутри. Но сначала что делаем? Открываем и смотрим, где картинки, правда? Картинки тоже имеют свое содержание. Вот в них тоже отражается душа автора, часть которой он передает потом зрителю, слушателю. А по поводу наших близких, в том числе родителей, они всегда будут относиться к нам критически, потому что они нас любят. Хочу вам сказать, что мы все вас очень любим. И даже вот сегодняшнее приятное, но все-таки для меня традиционное мероприятие, должен признаться, она связана с тем, что какая-то особая атмосфера, аура от вас исходит позитивная. Спасибо вам большое за вашу работу, за ваше творчество.